На днях в Нур-Султане прошел отборочный турнир чемпионата мира по карате. В нем приняли участие спортсмены Акмолинской области в возрасте от 12 до 18 лет. Наши земляки продемонстрировали мастерство на татами, чем и привлекли внимание судей. Это было очень ответственное соревнование. Из Акмолинской области приняли участие много сильных спортсменов. Сильнейшие каратисты нашей страны попали в топ. Акмолинцы взяли 6 лицензий на предстоящий кубок и чемпионат мира. Наркыз Узакбаева уже много лет занимается карате. Спортсменка принимает участие во многих соревнованиях. Как правило, демонстрирует хорошие показатели. На отборочные соревнования перед чемпионатом мира приедут сильнейшие каратисты, так что команда у нас была настроена на победу. В этот раз я провела 4 встречи в весовой категории до 50 кг и завоевала серебряную медаль. На чемпионате мира я постараюсь вернуть золото, которое упустила. Подопечные тренера Азамата Такенова тренируются как в крытом спортивном зале, так и на свежем воздухе. Спортсмены намерены завоевать победу на чемпионате в Болгарии. Зарина Дюсекеева, Жандос Айлау, Коломбек Мухамеджанов, Сабырбек Кулатай, Берик Манап, Кукшиакпарат.